Я вас приветствую, дорогие друзья. Аштептом. Сведемщине есть в онлайн. Так. Когда Космоймути Бесерич. Паркадорнин Клопотница. Так. Репостер ворог фрумос куда мне жота. Так, пошла вода. Слышно, ребят, нормально или нет? Потому что опять пишут. Одни слышно, другие пишут, не слышно. Напишите, пожалуйста, что-нибудь про звук. Так. Какое расследование? Сейчас расскажу. Так. Так, слышно, пишут. Так. Ну что, ребят, значит, хотелось бы, во-первых, сделать кое-какое уточнение по вчерашнему интервью. И добавить то, что о чем мы говорили вчера. Значит, во-первых, по моему ночному заявлению, есть уже не в некоторых СМИ статьи, что усатый заявил, там, что Плохотнюк купил Макдональдс и так далее. Значит, ждут реакцию Макдональдса, Плохотнюк не комментирует. Косвейк Ларпин, штат Луме. Дичь Плохотнюк Акумпарат, шинуа декларат Афачера, Чицини, де ресторан или Макдональдс, Бела, Бини Кунускут, или Настаси, Шикер, Сун Сигурка, пресса один Республика Молдова, пресса один Румыния, Карел Ваконтакта, Пидонул, или Настаси, Лева Кумфирма, Ачес Лукру, к или Настаса Афакут, Афачере, Курат, Афачере Алба. Кума кумпарату Плохотнюк Пчебаш Дичена декларата. Держа не кларификам. Значит, это первое. Второе, я говорил ночью сегодня про очень интересный сайт. Связан, мне очень нравятся там некоторые формулировки. Жизнь Плохотнюка в офшорах и лицах, да? Это десятки, сотни компаний, через которые Плохотнюк грабил Молдову. Некоторыми из них он просто занимался бизнесом. Поэтому это сейчас все будет опубликовано. Значит, я хочу обратиться ко всем независимым журналистам. Хочу посмотреть реакцию Генеральной прокуратуры Республики Молдова. Потому что пока рисуют уголовные дела, пока там прокуратура, полиция занимается тем, что сейчас мы усатому нарисуем серьезное уголовное дело. За последние годы ничего не получилось. Как они говорят, они сейчас уйдут в мое прошлое, и там легче рисовать, потому что люди о моем прошлом очень мало знают. Очень хорошо, что знает его детально прошлое Плохотнюка. Поэтому, значит, я вам всем желаю приятного просмотра. Сейчас я опубликую на своей странице в Фейсбуке ссылку на этот сайт. И ждем комментарии Плохотнюка. А то пока он режет ленточки, перерезает ленточки, открывает детские площадки. Значит, да, нормально, когда люди занимаются благотворительностью. Но когда занимаются на благотворительностью на украденные в стране деньги, это преступление. У этих же детей украли, сейчас им открывают детскую площадку. У детей украли Диснейленд. У нас мог быть самый большой Диснейленд в мире, если бы Плохотнюки и прочие не украли бы, не грабили бы в страну огромное количество лет. А сегодня он решил закрыть детям рот и подарить им детскую площадку. Ну что же, погнали. Значит, сейчас я опубликую. Значит, я там сам еще не все изучил, но хочу сказать, что очень интересно. Людям, кто разбирается, но я считаю, что это информационная бомба.
Давайте дальше, больше. Погнали.